открыты все маршруты. Привет, малыши! Мы готовы устроить веселое и музыкальное утро. А поможет нам в этом юная певица Мария Чуенкова. Здравствуйте, Антон. Привет, Хрюша. С добрым утром, малыши. Привет, привет, Маша. Расскажи, сколько ты уже занимаешься вокалом? Да. Уже 5 лет. Как 5 лет? Подожди, а тебе сколько сейчас? Сейчас мне 8. Это что же получается? Ты в 3 года в музыкальную школу пошла? А разве туда берут таких малышей? Конечно, нет. Просто когда я была маленькая, мама услышала то, что я попадаю в нотки, и отвела меня к бабушке. А у нее была коллега. Она была учительницей по вокалу. И расслушала меня и взяла. Вот это да! Скажи, пожалуйста, Маш, а ты в каких-нибудь вокальных конкурсах принимала участие? Конечно, принимала. Их было очень много. Тогда давай послушаем, как Маша поет. Просим на сцену. Хорошо. Часы тик-так-так, снова новый день, и утром дождик прошел, и будет хорошо, уже всем хорошо. Я наблюдаю, как солнышко встает, как лучик солнца манит и зовет. В свободное время? В свободное время я обычно вместе с семьей хожу на каток, в боулинг, в кино. Но когда мы остаемся дома, и у нас нет времени куда-то пойти, так, то я люблю помастерить, порисовать и похимичить. Надо же, еще и химичит! Ну, я слышал, ты сказала про рисование. Так давайте же мы сейчас займемся творчеством. Ты будешь рисовать ответы на загадки, которые мы сейчас загадаем тебе с Антоном. Согласна? Давайте приступим. Ну, тогда я тебе вручаю лист для рисования и 3 фломастера. Синий, красный, черный. Выбирай наугад любой. Ну что ж, на старт, внимание, марш! Первая загадка. Слушай внимательно. Если дождь припустится, как цветок распустится. Если дождик перестанет, он сожмется и завянет. Так, что же это такое?
Так, Маша взяла черный фломастер и начинает рисовать. Посмотрим, какой ответ она нарисует. Да, интересно, правильный ли ответ нарисует. Да, но вообще-то сложную загадку загадал. Но я думаю, что наша Маша, как творческий человек, догадается, что это. Быстро это и четко. Да, я вижу уже правильный. Показывай. Итак, что ты нарисовала? Зонт. Зонт! Все правильно! Ура! Это зонт. Ну хорошо, тогда позвольте, дорогие наши друзья. Вторая загадка от меня. Его весной и летом мы видели одетым, а осенью с бедняжки сорвали все рубашки. Но зимние метели в меха его одели. Что это? Это уже сложнее, надо подумать. Думай, у тебя на это есть одна секунда. Раз. Кажется, я знаю. Ну посмотрим, знаешь ли ты правильный ответ. Пока не говори, только рисуй. Да. Что-то рисует, пока непонятно, правильный этот ответ или нет. Ух ты! Ну я могу сказать однозначно, Маша рисует классно. Показывай. Это дерево. Верно! Третья загадка. Слушай внимательно. Третья и финальная. Итак. Что же это за девица? Ни швея, ни мастерица, ничего сама не шьет, а в иголках круглый год. Ну. Так, интересно, что рисует? Это, наверное, какой-то корабль. Не знаю. Как говорится, я художник, я так вижу. Хрюша, похоже, Маша догадалась. Правда? Да. Ну, сейчас мы это увидим. Ну-ка, посмотрим, что нарисовала Мария. Показывай. И это... Ёлка. Причем новогодняя, смотри, со звездой. Да, ты молодец. Ты отгадала все загадки. Ты большая умница, и я хочу сказать, что у тебя, Маш, большой-большой талант. Да, и в рисовании, и в вокале. Мы с Хрюшей благодарим тебя за то, что к нам пришла в гости. Спасибо, мне очень у вас понравилось. Тогда приходи к нам снова и подписывайся на мой инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Там море отличных фото и видео. Хорошо, Хрюша, я подпишусь на твой инстаграм, а в следующий раз приду с новой песней. О, жду, жду. Ребята, ну а вы живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал Карусель. Не переключайтесь. С добрым утром, малыши! С добрым утром!